Проходите дальше. В Одинцовском округе продолжается прививочная кампания. Тем, кто сделал первый компонент вакцины, пришло время получить вторую прививку. Делают вакцину и на первый, и на второй компонент. Дело в том, что первая вакцинация, вот такая вот массовая, на стадионе у нас проходила 3 июля. И как раз прошло 3 недели. И, соответственно, те люди, кто сделал первый компонент 3 июля, сегодня отдельной очередью имеют возможность сделать вторую вакцинацию. Все отработано до мелочей. Ожидание на свежем воздухе, четкая маршрутизация, работают сразу 7 медицинских бригад. Без помощи волонтеров не обошлось и в этот раз. Жители довольны. Прививки от гриппа всегда не существовали и будут, поэтому лучше вакцинироваться сейчас, чем потом, когда будет совсем уже все плохо. Поэтому молодой растущий организм, за 30 еще будут детки, думаю, все будет в порядке. Так что вакцинируйтесь, это не страшно. К вакцинации я отношусь хорошо. Потому что я это постоянно вакцинировался, но это своим отечественным вакцинам я отношусь прекрасно. В ходе вакцинации на центральном стадионе в этот день прививки получили около 600 человек. Муниципалитет находится в числе лучших в регионе по количеству жителей, привитых от коронавируса. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».